Dovuto chiedere una cosa, Здравствуйте, меня зовут Грузин Дмитрий. Я первый раз участвую в таком первый гран-тур у меня. И как бы такая очень серьезная гонка. Плюс с таким капитаном, как Nibali. Как бы вся команда под него. Вся помощь ему. Только как бы под него. И сегодня у нас гонка, сегодня командная гонка. Как бы сегодня первая такая проверка команд. Мы как бы настроены. Ну, конечно, всякое бывает на гонке. И сегодня она такая более холмистая, что ли. И сегодня скоростя моментами, наверное, буду достигать и под 70 километров в час, наверное, спуски. Но это, опять же, надо где-то аккуратничать, чтобы, ну, не дай бог, ничего плохого не случилось. И вот, как бы, 17 километров, я думаю, в пределах 20 минут, наверное, может, чуть больше будем ехать. И как бы, ну, командная гонка – это такой вид, где каждый должен друг за друга как бы переживать, друг другу помогать, потому что если ты переработал и меньше отдохнул, как бы ты уже следующую свою смену, ну, во всю силу не выдашь, потому что ты не восстановился. А если команда идет ровно и каждый друг за друга, то получится хороший результат, и мы как бы надеемся на это, мы готовы к этому. Con il 38, due vittorie con la squadra centrale di 17.